Мы в Сурат-Тани. Сегодня как раз мы сюда приехали, и здесь проходит фестиваль Food Fair 2016. Это фестиваль еды, который проводится в крупных городах Таиланда. Вот, мы не знаем, сколько дней он здесь длится. Вот, но в принципе то же самое, что ночной рынок воскресный. Единственное, он стал раза в три больше. Ну и представлено, ну, чуть больше еды, наверное. Вот, хотя, опять же, больше мясной всякой всячины. Вот, вегетарианской почти нет. А, ну вот мы фруктовый салат видели. Вот, народу, конечно, тьма. Вот всякие штуки тут крутятся, какие-то розыгрыши проводят на тайском языке, даже не знаем. Вот тут папайя салат делается в ступе. Куча морепродуктов. Маринованные ягоды, фрукты. Ужасные на вкус, если честно. Не знаю, как их едят. Тут сушки по 10 бат. Довольно популярная еда тайцев – это свиные шкварки, то есть свиная кожа, дожаренная до состояния чипсов. Вот так вот она выглядит. То есть как картофельные чипсы. Вот так что покупайте, ешьте. А тут и автопроизводители подсуетились, выставились. Здесь можно подписать ткань, которую потом обернут в ступу. То есть оставить какие-то пожелания.